Копченый замороженный бекон производства Бельгии может быть опасен для здоровья. Об этом население ямальских городов информирует окружной департамент по развитию агропромышленного комплекса и торговли. В одной из партий мясного деликатеса, срок годности которой истекает в июле этого года, в большом количестве обнаружены вредные для человека бактерии. Добавлю, что на прилавках ноябрьских магазинов бельгийских бекон из этой партии пока не выявлен.